9 мая на площади 30-летия Победы состоялся митинг-реквием с церемонией возложения цветов. Перед многотысячной армией собравшихся показали свое мастерство бойцы спецподразделений Ульяновского гарнизона. Впервые на площади 30-летия Победы прошла акция «Мы – наследники Победы». На сцене и около Вечного огня прозвучали фамилии 1500 ульяновцев, занесенных в Книгу памяти Ульяновской области. По улицам города проехала праздничная колонна ветеранов. На площади Ленина состоялась праздничная концертная программа «Площадь победителей». На эспланаде работали полевые кухни. Ульяновцы и гости города смогли увидеть более 20 единиц военной техники. Завершился праздник в 10 часов вечера фейерверком.